Всем привет, вы на канале Best Games. Продолжаем играть GTA 4 на прохождение. Так. И у нас есть миссия, которая требует, чтобы наш герой был хорошо одет. То есть там пиджак, костюм, пиджак, туфли. Но он вроде бы в пиджаке, но все же не получается. Не получается пройти эту миссию. Миссия не дает начало, потому что типа он плохо одет, неаккуратно, не знаю, там может штаны помяты или помятые, не выглажены, грязные туфли. В общем, не важно, не могу начать миссию. Но сейчас вот переоделся немножко, надеюсь, в этот раз пойдет. Но не факт, но не факт, потому что указано, что он должен быть в костюме и в туфлях. Я был костюм, пробовал пройти миссию, но все же не получилось. А сейчас одел просто пиджак. Не знаю, что этой миссии нужно, блин. Ничего ей не подходит, блин. Прикинь, не подходит. Так, проблемы с полицией, одна звездочка, но я думаю, что это ничего страшного. Куда ты, блин, едешь? Так, тут направо. Посмотрим, что нам миссия выдаст сейчас в этот раз, блин. Ну вот. На встречу с Пак вы должны найти костюм с галстуком и туфли. Кусту. А, в этот раз я без галстука. Хорошо. Значит, едем за галстуком. Так, где у нас тут? Примерочная. В принципе, недалеко. Так что поехали. Разворот на месте. Так, я взял бы этот лимузинчик. Нету времени, блин, надо пройти миссию эту. Ничего себе. Дым, столько дыма было, раньше вроде не было. Интересно. Вот дрифта. Да хорош дрифтовать, блин, чувак. Поехали в магазин. Куда этот Range Rover поехал вообще? Где-то в бордюр, блин. Еще нам ехать вообще непонятно. Ух ты, блин, вот это занос. Нико, ты чё, блин, сдурел? Ну ты, конечно, шлифовщик, Нико, блин. Заднее крыло побито, блин. Стоп! Проехал. А не, не проехал. Распродаж, продажа. И ничего тут нет, блин, толкового. Где костюмы, блин? Ботинки мне не подходят, мне туфли надо, блин. Кроссовки. Брюки, так, штаны, черно-желтые спортивные штаны. Вообще ничего не подходит. Пальто тоже не подходит, блин. Очки где-то пропали, был в очках, блин. Так, что? Куртка. Спортивная куртка, так. Головной, блин, у вас тут ничего толкового нету, блин. Бабуля,
Давай хотя бы очки куплю. Или не, не надо очки, а то миссия и друг не пропустит. Куда же мы поедем дальше, а? Так, значит, поедем мы. У нас 3 магазина. А, не подойдет. 4 магазина одежды. Первый не подошел. Едем во второй. Поехали. Поехали, Нику, потому что, блин, это капец какой-то. Нельзя пройти миссию, блин. Он кричит, блин. Так, сейчас сюда. Шлифует, блин. А это что за ретроспорт? Опа, такая же тачка, только прокачана. Сразу проблемы с полиция. А помощь, если она вроде такая же самая. Просто шо? Воздухозаборник стоит. Или мощнее все-таки. Кто-то отлетел. Большой двигатель стоит в обусе. А ну расступитесь, блин, дайте проехать. Блин, не там повернули. Так, не сюда. Так, подожди, где-то здесь магазин, блин. Через дорогу, блин, не там остановился, но... Вот это двигатель, только посмотрите. Капец. Там мощности должно быть 600 лошадиных сил. А по факту 60, блин. Пиджаки не подходят. Блин. Что тут за пиджаки? Костюм $1000. Блин. Это же не костюм, блин. Это не костюм. Или костюм. А ну посмотрим. Костюм $1000. Покупаем. Что ты хочешь, блин? Прицепился. Так, теперь штаны. Давай что, точно штаны. Что вот это такое? Не, не подходит. Это не подходит. А, галстук есть. Слаксы. Слаксы, слаксы. О, вот это мне надо, наверное. Я так думаю. Чё? Нет, это не то. Стоп. Перед вами пиджак с черными брюками. Look at you. You've got it going on. Так, не, это не подходит. Вроде бы как. А ну давай сюда, блин. Перед вами пиджак для примерки не подходит. Почему пиджак, блин? Так, смотрим здесь. Костюм. Хм.
Так, мне не подходит. А ну еще раз. Так. Пиджак стримобует сама на, с черными брюками. Так, ну вроде бы есть. Вроде бы. И теперь надо туфли, блин. Где их взять? Вот где взять туфли? Тут нет туфлей, блин. Нет, блин, туфлей. Галстук есть. Костюм есть, туфлей нет. Так, здесь мы были, значит, едем еще. Попробуем сюда. Поехали. А надо туфли, блин. Чё за пробори, ребята, блин? Ах ты, блин, зацепил. Куда ты, блин? В принципе, дорога прямая, можно разогнаться как следует. Давай не... Ты, ё-моё! Блин, капец какой-то. Надо добавить здоровье. Надо машина. Он вроде бы в туфлях. Ай, блин, не зацепи. Он вроде бы в туфлях, блин, и не может пройти. Он не может пройти миссию, блин. Передок разбит, двигатель дымит. Welcome to Perseus. I'll be your assistant today. По-моему, здесь я уже был. Пиджаки. Wow. Блин, тут все то же самое. Look, туфлей нет, блин. Так, какие у меня там туфли? Watch where you're going, bitch. Hope to see you very soon. Непонятно. Костюм есть. Еле завел, блин. Что, съездим еще сюда? Я вроде бы там уже был. Спортивных тачек нет, блин, чтобы нормально сесть да покататься. Куда ты, блин, едешь? Чуть подрифтуем. И поворот. Куда ты, блин, едешь?
Здесь я тоже был. Куртки. Нет, не подходит мне куртки. Рубашка в полоску. Не, не подходит. Туфли. Красно-белые теннисные туфли. Белые теннисные туфли. Коричневые белые теннисные туфли. Не то нажал. Так, надеюсь, в этот раз получится, блин. Но у него есть туфли, блин. Но что ему еще не хватает, блин, пройти эту миссию? Какой-то капец, блин. Паки, блин. Надо машину менять. Че, возьмем Хаммер? О, не, поеду на мусоровозе. Так веселее. Ух ты, блин! Зацепил, но проблем нет с полицией. Слабенько едет, конечно. Подожди, мне сюда, на мост. Так веселее. Так, кажется, быстрее. Газуй, блин. Горки чуть быстрее. Ой, шлагбаум улетел. Под горку слабо едет. Не то, что слабо едет, он, блин, вообще не едет под горку. Кто-то даже пытается обогнать меня. Ну ладно. По встречке. Вот теперь меня никто не обгоняет, а я всех обгоняю. Че, блин, я на красный поехал с ручничком. Блин, че ее так шатает вот это? Куда ты, блин, едешь? Блин, если сейчас я не смогу пройти миссию, то это уже я уже не знаю. Тогда что одевать ему, блин? Я тогда уже не знаю. Nico Bellic. Здорово. These are my two brothers. Well, two of my brothers. The two that count. Derek
and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry, like you. Что они делают там? And you remember Michael, St. Michael? Yeah. Yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you in Brett Halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. All right. We're heading to the Southern Algonquin branch of the Bank of Liberty. Что дальше? Nico, you're the designated driver. Найди четырехдверную машину. Легко. Фура не пойдет. То есть не фура, это мусоровоз. Nico, come on. Блин, она не четырехдверная. Вот. Это у нас типа BMW. Let's do this. Let's go. I'll be back, douche. Поезжай в банк. Это интересно уже. All right, here's how the shit is going down. We're gonna go inside and each take down a security guard. Me and St. Michael here are gonna handle the civilians. Ой, блин, Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Oh, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chalk through one of them notes. First, you're a fucking charmer. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about your demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? Derek. You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. Да ё-моё, чё же так заносит-то, а? Don't bring my parents into this, Packy. All right. Do we all know what we're doing? Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Ничего себе, как будто 200 валит. You don't hold back, do you? Ух ты, блин, как узко. Jesus, these fucking roads! Hail Mary! Попросил же, уступите дорогу, блин. Надо доехать. Let's make this clean, boys. Let's go. No civilian casualties. Что дальше? None of you fucking fucks move. Get on the floor. None of you is gonna get a medal for playing hero. All you's gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. А где Нико? Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it. Get on the floor now. But sir. You too. Okay. Okay. Hey,
Yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world is filled with bad ideas, my friend. Come on. Это Нико? The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. А, Нико, вот. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Вот, Нико. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said Bloody Island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Спустись из хранилища. Сюда? There's been too many casualties already! Don't make this any more difficult! Ого. I got all the money I could. 5 звезд. Куда дальше, блин? Это да. Да, через центральный вход уже не выйти, ребят. Так, куда дальше, блин? Закрыто? Ах ты, блин, а куда ж дальше? Следуйте за Пакки. Где он, блин? Быстро. Где Пакки? Куда они побежали, блин? Валим отсюда! 5 звезд! Oh, my God.
кстати, путь. Какой, блин, путь? Блин, где папки, ё-моё? Не пошел сюда. Не, подожди, не пошел сюда. Убирайся отсюда. Блин, тут жарко стоит. Так, что там дальше? Это наш? Следуйте за Паки. Куда? Сюда, что ли, блин? Так. Так бы ты лучше, блин. Еще где-то двое. Дальше. Ух ты, блин. Michael was unlucky. It wasn't anybody's fault what happened to him. And the explosive did its job. The both of you shut the fuck up. That's gotta be a service exit. Let's hit it. Сюда? Найдите служебный выход. Так вот же он. Блин. Подожди. А дальше куда, блин? Блин,
Блин, ничего не видно. Да дай пройти, блин. А, вот там какая-то лестница. Блин, подожди, ничего не видно. Вот сюда. Или это... Стоп. Или это возвращаюсь я? А, я-то вернулся, блин. Может, прямо? Да дай пройти, блин. Нет, прямо нет. Да пусти, блин. Ты пустишь, блин, или нет? Смотри. Наконец-то. Сюда, так. Еще раз. Куда дальше, блин? Да. Найди четырехместную машину. Да вот же стоит, блин. Shit, 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 Michael! Damn it! I could have been nice to him once in my fucking life. Kid only wanted to help. He loved you, Happy. Happy you spoke to him. Didn't matter what you were saying. Yeah, well, now I gotta explain to his folks that their son is lying dead on the floor of a bank and I'm gone. Forgive them, his son. Your kid is living a life. You gotta expect someone to come through the door and break this sort of news. That does not make it any easier to hear. And we are safe yet. Eye on the road, Nico. We don't want you to have to break no bad news, Dharma. Neither do I. Опа, уже на двух дисках. Но едет. Ух ты, блин. Jesus. Ах ты, блин. С ветерком уже едем, практически. Уже на трех дисках еду. Стоп, 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 стоп. Так что полиция перестала нас искать. Чё, блин. Три звезды. Было пять. Сейчас мы это сделаем, конечно. Ух ты, блин. На ходу надо делать. Все? Проблем больше нет ни у кого.
Чувака машина перевернута. Так. Вот это, конечно, разворот. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Жарко, конечно. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Миссия пройдена. Very nice.